всем привет, мои маленькие любители трейда. С вами, как всегда, Кунька, присутствую, как всегда, на моем канале. И первый трейд на сегодня. Я Маша, добавь друзья. И наклейку оставь себе на память обо мне. Ой, девушка-трейдер, девушка, которая играет в Steam. Что еще для счастья надо? Ну, чтобы она была рядом и... Ну, дальше вы меня поняли, я думаю, Маша, не в обиду. Только здесь почему-то Сара, а зовут ее мама. Чуть не сказал мама. Зовут ее Маша, а в игре она Сара. Ну, у каждой есть псевдоним. Ой, плохие мысли так и лезут в голову. Так, смотрим здесь. Я что-то не могу Машу никак выкинуть из головы. Ну, вы сами знаете, да? То есть, я вижу девушку, а если девушка еще играет, а если еще девушка трейдит, все нахуй. Пакую чемоданы, я выезжаю. Так, ладно, расслабились немного. Что у нас тут? 40 тысяч на 45 тысяч. А вопрос, с какого? А я не знаю. Я не знаю. То есть, я посмотрел вот так вот, типа, ему кинуть бы, было бы нормально. А он вот этот юсп чисто все в плюс просит. Сфигали, за что, почему? Может, редкий флот? Нет. Редкий патент? Он намного дороже стоит. Тогда вопрос у меня. Почему я должен уходить в минус? Ответ. А я не знаю. Вот и все. Парам-пам. Все. Свистно, не получилось, извиняюсь. Так что это отклоняется, типа, ну, до свидания. Следующий трейд более-менее адекватный. Ну, опять же, чел просит себя в плюс, но просит в плюс не так уж и критично. Типа, ну, все равно охреневшая морда, да, как бы. Но не такой критичный плюс по сравнению с предыдущим, да. То есть здесь получается где-то он 1200. 2400 просит себе в плюс. Это, в принципе, не так уж и много. С учетом того, что здесь, да, существует правило негласное, когда вы размените человека, вы должны дать в плюс. Но я в рот наоборот всему тому, что я должен. Я никому ничего не должен. Я трейжусь так, как я хочу, мне плевать на всех. Мне плевать на всех, трейжусь как хочу и где хочу, когда хочу и с кем хочу. Ауф. Ай, ладно, следующий трейд также мне в минус на 700 рублей где-то. Но на самом деле больше, потому что, как сами видите, Star Trek, типа, фу, нахуй. Спасибо, такого счастья мне не надо. Еще один прикол. Ты мне сделал контрпредложение все-таки. Ага, а ну все тогда, иди в жопу. Хотел вам показать, типа, вот тут чел делал трейд мне, да. Трейд мне выхеревший минус, как бы, да. Сейчас прогрузится, давай, грузись. 4500 на 2700, как бы, ну. И я ему должен переплатить с херали. Вот я ему скинул контрпредложение, которое мне в плюс 6% не устраивает. Иди в жопу, как бы, но нет. Он сам написал, то есть сделал мне контрпредложение. Если тебе что-то не устраивает, меня не устроило, я кинул контрпредложение, блин. И этот дебил, блядь, все равно мне кидает в минус. Все, иди нахуй, до свидания. Вот реально, я это даже обсуждать не хочу. Тогда смысл ты писал мне, ты тупое, неадекватное животное, контр-оффер. И либо добавь меня в друзья и обсудим. Я тебе кинул контр-оффер себе в плюс. Причем, ну, блин, не такой уж и огромный плюс я себе кинул. И это, если по стиму, там, по-моему, вообще копейки выходит. А он обратно себе в плюс кидает. Она, еб твою мать. Хуй на ны, не увидел шпаны, еб. Ну, вот смотрите, 6400 на 6400 я ему предложил оффер. И он отказывается. Он отказывается, он хочет все равно в плюс. Тогда иди нахуй. Все, ты не получишь этот авик. Это легко и просто. Ты говоришь, скину тебе контрпредложение. Я кидаю контрпредложение в равно. Но она по бафу на самом деле мне в плюс там где-то 6%. Я тебе кидаю в равно, блядь. А ты мне контрпредложение. А хуй ты угадал. А не получишь. Ах, иди нахуй просто. Ай, блядь. Идиот, блядь. Просто идиот. И вы скажете, а Кунька, а чё бы ты не взял там, ну, допустим, 5%, да? А потому что тут нет нихуя. Вот только это не в бане, и это не в бане. А остальное все, привет его маме. Вот этот мусор, да нахуй он мне сдался. Я не знаю, ей-богу. Я лучше трусы Маши себе возьму, ей-богу, блин, за этот авик. Ну, опять же, как Маша выглядит. Кстати, надо расписаться. Как я забыл, надо же расписаться. Ну, давайте так и распишемся, я считаю, то, что надо так и расписаться. О! Хочу твои грязные, а там дальше, отгадайте что. А вот хуй вы угадали, я сказал про скины. Вот вы извращенцы. Извращенцы все, блядь, а еще что-то про меня говорите. Я пошлый извращенец, нихуя, я про скины. Вот она пускай тоже так думает. Все правда, она узнает только когда. Нихуя у папы хуй. Она еще на фесте играет, пацаны. Ну имейте это, кого-нибудь. А только не Машку, Машка моя, все, я забил. Не ебет, кто застал бил, того и девка. Ой, ладненько, народ, напоминаю то, что у меня есть в описании ссылочка на мою личную трейд-группу, обязательно переходите, начинайте трейдить там, также ссылочка на мой чатик, ссылочка на мой дискорд, приходите, не стесняйтесь, общайтесь с другими такими же, как и вы, трейдерами, со мной, опять же, вместе трейдиться веселее, опять же, азарт всегда повышает интерес продвигаться и развиваться, поэтому не стесняемся, подписываемся, приходим. Ну а на этом у меня сегодня все, спасибо, что смотрели, подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео или стримы. Ну а с вами был, как всегда, Кунька, желаю всем больше подружек, адекватных тиммейтов и грязные трусы... блядь. И грязные трусы Машки. Всем удачи!